Всем привет! Если вы думаете, что в трейловых кроссовках нельзя в горы, то могу смело вас обрадовать. В этой модели вы точно не будете испытывать дискомфорт. Ля Спортива Ультра Раптор 2 теперь с приставкой Leather. Да, вы не ослышались. У многим полюбившегося кроссовка для бега в горах появилась модель, выполненная из кожи. И давайте расскажу, что это за модель и почему она теперь находится в отделе трекинга. Изначально этот кроссовок создавался как максимально безопасный и при этом мягкий кроссовок для бега по каменистым тропам. В материале верха использовался синтетический материал с надежным полиуретановым бампером. Но любой турист вам скажет, что надежнее кожи ничего нет. Поэтому в трекинговой версии материал верха заменен на кожу с компрессионными деталями, которые обеспечивают плотную и надежную фиксацию стопы. В пяточной области стабилизирующая вставка осталась на месте, а это значит, что они все такие же, надежные и безопасные. Внутри кроссовка мембрана Gore-Tex Extended Comfort, так что они стали немного жарче синтетической версии, но при этом перфорация и низкое голенище кроссовка неплохо отводят пар от стопы. Что касается подошвы, то на замену максимально цепкой подметки Friction White пришла версия Blue. А это значит, что состав резины максимально износостойкий, при этом сцепление будет на достаточном уровне, даже если вы решите пробежаться в них по горной тропе. Ну а надежная система торможения в пяточной зоне не заставит вас катиться на пятой точке вниз. В межподошве применен материал Memlex Evo, так что ощущения не поменялись, и вы будете все так же чувствовать достойную амортизацию. Вообще, я считаю это гениальным решением превратить беговой кроссовок в трекинговый и добавить к максимально возможному комфорту еще и безопасность и износостойкость. Берегите ноги и до встречи на маршруте!